18 лютого, неділя, традиційне звернення з нашим військовим експертом, полковником Збройних сил України Романом Світоном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Ну що ж, пане Романе, повністю вийшли наші підрозділи з Авдіївки, з міста. Росіяни там розвішують прапори, лікують в себе в зомбоящиках. Що відомо, 3-я штурмова бригада офіційно каже, що саме вони туди заводилися, аби прикривати відхід. Більшість наших бійців вийшла, в полон, звісно, деякі попали. Але загалом кажуть, що вихід був організованим, і, звісно, з втратами, з 300-ми. Але вдалося втілити задумане навколо Авдіївки. В Авдіївці працюють наші ДРГ. Там залишилися групи партизанські, як мінімум партизанські, ну, може бути, і спецслужб. І ДРГ будуть ще працювати кілька тижнів, як мінімум кошмарити росіян, потім вийдуть, у них свій графік по виходу, свої механізми. Тому не всі вийшли однозначно. Но работа продолжается в самой Авдіївці в том числе. Оставили укрепрайон, оставили из-за внешних причин, это мы уже говорили. Первая причина непосредственно – это недостаток боеприпасов. Авдіївський укрепрайон готовился 8 лет. Заливался там серьезные бункера, там серьезная система линии укреплений. Если бы было достаточное количество боеприпасов, мы бы его однозначно не сдавали, его нельзя было сдавать. Почему? Потому что потом брать его практически невозможно, и вряд ли мы будем это делать. Возвращаться в Авдіївку уже нет смысла абсолютно никакого. Если не с Авдіївки, не с плацдарма начинать двигаться в сторону Макеевки Ясиноватой, то тогда есть смысл уже отсекать весь Донбасс от России. То есть, ну, это уже движение на Луганск со стороны Сватова, то есть со Счастья, это дальний такой крюк. Вряд ли мы уже в Авдіївку зайдем вот именно фронтальным ударом, да и смысла уже никакого нет. Сейчас надо уже, раз выровняли фронт, надо удерживаться на тех рубежах, на которых, которые были отрыты. Они хуже, они намного хуже, чем Авдіївка. Это надо понимать. Лучше просто тактическое положение, но только на данный момент оно лучше. Общее оперативное неплохое, но именно Авдіївський укрепрайон, он так создавался на века, называется. Вот только провисание по поставкам боеприпасов и определенные проблемы с воздушным контролем был упущен, россияне надавили с воздуха. Позволили россиянам создать такие условия, что нам пришлось выйти из Авдіївки на дополнительные рубежи перехвата. Хотя реальные рубежи, там вторая линия обороны, намного западнее в районе Карлов. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Все зависит непосредственно от количества боеприпасов и нашей ПВО в дальнейшем развитии событий. Про боєприпаси, пане Романе, ще згадаємо. Є хороші новини від наших союзників. Ще по Авдіївці, що відомо наступне. Власне, наші оборонці, які були в тому числі і в Авдіївському коксохімічному заводі, отакий він знаходиться біля Степового, власне кажуть, що вони, коли тримали позиції в коксохімії, авіація росіян дуже вільно себе почувала в повітрі. Відповідно, вони попросили підмогу в наших оборонців ППО, артилерії, і вони підтягнулися, і вдалося ліквідувати вчора два Су-34, один Су-35. І сьогодні на ранок стало відомо, що також на сході ліквідовано Су-34. Тобто за неповних дві доби 4 літака ворожих було ліквідовано. Именно возможность россиян в данном локальном случае создать превосходство в воздухе, они создали его. Они отогнали наше ПВО, отогнали конкретно, то есть начали работать, у них есть ракеты Х-31П в последнее время, ну, естественно, дронами, отогнали наше ПВО и создали довольно-таки серьезное авиационное давление. Несколько за последние сутки перед отходом 60 кабов зашло на Авдіївку, а до этого где-то около 600, если так считать, за несколько недель. Причем вот такого рода действия показывает эффективность авиации. И эффективность, такую можно сказать, преобладающую эффективность авиации на поле боя. Что такое 60 кабов?
Один Су-34 берет на борт 6 кабов. Вот два Су-34, 12 кабов. 5 самолетов вылетов этой пары. Вот они 60 кабов. Всего лишь пара Су-34 может создать давление на укрепрайон, на серьезный укрепрайон в течение одной смены полета. Там у них подлетное время минут 20. В принципе, за 40 минут они успевают по кругу сходить и 5 самолетов вылетов парой выполнить. Вот пара Су-34, прикрытая сверху Су-35, вот она отработала по Авдеевке, сбросила 60 корректируемых авиабомб. А она была избита. Ее снесли наши ПВО, скорее всего, отработали в таком же режиме, как в свое время тоже под Авдеевкой. В районе Енакиева в прошлом году приземлили Су-34. То есть режим вот такой ракетной засады. И выполнили отминусование вчера 3 и сегодня 1 Су-34. Но это так, поймали. Сейчас россияне поймут этот вопрос, они отойдут, то есть уже не будут подходить. Но сам факт создания серьезного давления авиационного вот приводит к оставлению очень самого укрепленного, можно сказать, района. Именно так надо нам действовать. Почему и вопрос стоит по авиационной компоненте. Авиация, вот тут чуть если добавить математики, авиация за счет возможности взять на борт, допустим, десяток авиабомб, потому что такое 10 авиабомб? 10 фабов берет Су-24. Старый советский Су-24 берет 10 фабов. А это 5 тонн авиабомб, это примерно в каждой авиабомбе 300 килограмм тротила. То есть это 3 тонны тротила. Один самолет, 3 тонны тротила. 10 самолетов, это 30 тонн тротила. 30 тонн тротила – это 3000 в каждом снаряде по 10 килограмм. Это 3000 снарядов. Это работа суточная фронта, всего фронта, всех тысяч стволов в фронте, во всем фронте, тысячи километров. Отстреливают 3000 снарядов всего лишь вылет один, то есть один вылет эскадрильи. Вот одна эскадрилья в 10 самолетов наносит в тротиловом эквиваленте удар такой же, как вся фронтальная артиллерия. Вот почему у наших союзников-то и нет таких снарядов? Да им не нужны у них самолеты. А у нас все наоборот. У нас ни самолетов нет, ни снарядов нет. Ну вот примерно так. Вот почему авиационная компонента, она... Ну, в тысячи раз важнее артиллерийской и так далее, и тому подобное. Потому нам и нужны самолеты. И только с самолетами, только после создания вот таких локальных зон, сначала создание превосходства в воздухе, потом создание локальных зон нанесения авиационного удара, вот оно даст прорыв фронта российского, ну и освобождение нашей территории. Ну, власне, кажуть, повідомляють, що, можливо, одна з тих 4 сушок – це є friendly fire, це є дружній вогонь самих окупантів. Ну, окупанти взагалі заперечують, що нічого не збивали. Ну, але ми бачимо відео, ну, і це традиційно їхні відмазки. Ну, от про переваги в повітрі. Інститут вивчення війни каже наступне, що саме перевага в повітрі дозволила росіянам зайти в Авдіївку і, будучи на Мюнхенській конференції, зустрівшись з багатьма нашими союзниками, Володимир Зеленський також провів розмову з Джо Байденом. І Байден також сказав, що вихід з Авдіївки ще й тому відбувся, тому що США не надали допомогу і бездіяльність Конгресу відчувається на оцих от проблемах. Сами две недели об этом говори. Если мы и выйдем из Авдеевки, только из-за того, что нам не хватит боеприпасов. Это такая прописная истина. Такой укрепрайон оставить можно было только по серьезным причинам. Авиационная составляющая компонента – это раз. И второе – это, естественно, полное отсутствие снарядов, потому что по всей линии фронта сейчас чувствуется этот недостаток. Естественно, виновато в этом наше военно-политическое руководство, что у нас до сих пор нет снарядов, причем все 30 лет, которые руководило, больше 30 лет независимости Украины, все руководство военно-политическое всей независимости Украины не создало даже серьезных запасов, а те, которые были, дали взорвать их
и не создала производство. До сих пор производства снаряда у нас абсолютно никаких в этом смысле нет. А, естественно, вторая причина – это недостаток той помощи, которую нам наши гаранты по Будапештскому меморандуму обязаны были предоставить. Там их проблемы, что они там между собой, стену Яценюка, никак не знают, где построить, между Мексикой или между Канадой. Это их вопросы. У них есть определенные обязательства, а они их не выполнили, прикрываясь вот этими политическими, внутриполитическими играми. Практически подарили Авдеевку Путину перед выборами, создав ему лайтовые условия перевыборов как таковых. Но это, скорее всего, какие-то договоренности. У Байдена они есть однозначно с Путиным, то есть там через Бернса, через Салливана, то есть великие любители российской водки. И, ну, в конце концов, мы теряем территории, мы теряем потеряли мощнейший, серьезный укрепрайон и плацдарм для дальнейшего освобождения Донбасса. Мы потеряли, что очень важно, мы потеряли жизни наших защитников, которые могли бы удерживать этот плацдарм и, в принципе, выполнить дальше дальнейшие действия. А сейчас сейчас на данный момент все намного хуже. То есть и потеряли и территорию, и жизни, и еще надо будет потом в разу в 10 больше потерять сил, средств для того, щоб освобождати утеряні позиції сейчас. Ну, пане Романе, власне, наші бійці волонтери кажуть, що саме використання FPV-дронів на Авдіївському напрямку ледь не 90% це є волонтерські кошти і волонтерські зусилля, а не зусилля держави. Причому, що ці FPV-дрони не є вже такими дорогими і розкішною річчю, аби закупити в державі. Попри це все роблять волонтери. Пане Романе, якщо далі говорити про, власне, снаряди. От, переговорив, знову ж таки, Володимир Зеленський з нашими союзниками. І найважливіша, напевно, новина – це від президента Чехії Петра Павла. Тому що на зустрічі з президентом Чехії Володимир Зеленського було повідомлено наступне, що Петр Павел знайшов для України 800 тисяч снарядів, з яких 300 тисяч – це 155 міліметр, ну і всі решта – це 122 міліметр. Що важливо, що його поділити на рік, ці снаряди. Ну і Петр Павел каже, що потрібно знайти лише кошти. Якщо поділити на рік, то орієнтовно виходить десь по 2 тисячі снарядів в день. Це зараз той мінімум, який ми використовуємо на фронті. Я чуть уточню. 500 тисяч 155-х Павел знайшов, 300 тисяч 123. Это то, что нам надо. Ну, 155-й снаряд и 122-й, особенно тоже 122-й. У нас очень много стволов именно 122-го калибра. Старые советские стволы остались. Есть недостаток, большой недостаток по именно этому калибру. Кстати, этот и недостаток, такой же недостаток у россиян. Они как раз и просили у Северной Кореи тоже основная позиция – это 122-й калибр. Выполняет свою задачу, по крайней мере, в коротких боях, то есть дальность там небольшая, до 15 километров, но тем не менее задачу этот снаряд выполняет, особенно в работе против легкой бронетехники и по пехоте. Но на эти 800 тысяч надо финансирование. Это вот сейчас как раз Павел будет поднимать вопрос, как профинансировать закупку этих снарядов, потому что он их нашел уже не в Евросоюзе. Он их нашел за пределами Евросоюза, а это значит, упрутся они в определенные запреты по использованию общеевросоюзовских денег, финансирования на закупку, которое сейчас заблокировала Франция, Греция и Кипр. Скорее всего, надо будет найти определенных доноров, финансовых доноров на прямую закупку уже этих снарядов за пределами Евросоюза, ну, пропустить там или через Чехию, ну, эти механизмы, они могут быть отыграны, и раз есть наличие, я думаю, сейчас вопрос этот будет решен, и вопрос по снарядному голоду у нас отпадет, ну, по крайней мере, на какое-то время. Пане Романе, як ви вважаєте, чи вплинуло на те, що саме Петр Павел знайшов ці снаряди, тому що він колишній військовий і високопосадовець у військах Чехії? Він і натовський, він же ж натовський генерал. Звісно, це так називаємо горизонтальна зв'язь. Якщо
Если президент был военным основную часть своей жизни, естественно, у него остались те горизонтальные связи, которые он наработал в течение всей своей военной карьеры. Это сотни, а то и тысячи военнослужащих, которые сейчас так же, как и Петр Павел, допустим, уже где-то в политике, а это вот правильный подход. Вот еще раз, сколько раз об этом говорил уже, посмотрите на израильский вариант. Военные, которые уходят в исполнительную власть, они дают КПД государству, потому что они всю жизнь, своей жизнью рискуют, закрывая государство, то есть сохраняя его. А потом, переходя в исполнительную власть, они становятся, естественно, изнутри цементируют государственную исполнительную власть. Вот Петр Павел, опять же, что такое президент? Это руководитель исполнительной власти. В любой стране практически, именно исполнительные. Да, через политику проходят, там, через голосование определенное, но тем не менее, это исполнительная власть, это не Верховный Совет, там, не Сенат и так далее, тому подобное, а именно исполнительная власть. Вот такой правильный, грамотный подход государства и, вернее, общества к формированию государственной власти, он дает определенный эффект, ну, в оборонной сфере это уж точно. И потому вот Петр Павел один из таких ярких представителей военных в исполнительной власти государства. Чехия нам помогает, но, естественно, вот эти связи его среди военного, среди бывших военных дали возможность ему, в принципе, за несколько там, за определенное малое короткое время найти практически чуть ли не годовую потребность. Ну, годовая нам как минимум 2 миллиона должна быть, если в годовых. Ну, треть годовой потребности наших снарядов найти буквально за несколько дней. Пане Романе, хотів би ще згадати, знову ж таки, звільнення головнокомандуюча. Чому згадати? Тому що от Washington Post, авторитетне видання, зробило розслідування і сказало наступне, що Кремль активно долучався до зміни головнокомандуюча Збройних сил України. Вони провели велике масштабне розслідування по публікаціях, в засобах масової інформації і кажуть наступне, що платили, в Кремлі готові були платити по 40 тисяч доларів за одну статтю антиукраїнську, власне, там, де в першу чергу акцентували на наступних таких темах. Звільнення Залужного через ревнощі Зеленського, Залужний наступний президент, зникнення Залужного і в такому роді. Як ви вважаєте, наскільки ці от інструменти і ПСО впливали і вплинули на рішення змінити головнокомандувача? Ну, решение принимал верховный главнокомандующий, это лучше у него конкретно спросить причины увольнения Залужного. А то, что информационно-психологическая спецоперация проводится противоборствующими сторонами по внедрению или, допустим, сносу верхушки командования, а это так сказать, это сейчас генералов точно получили ЦИПСОшники российские, после того, как была снесена практически вся команда управления в Генштабе и вообще вооруженными силами Украины. Почему это проводится? Дело в том, что неважно, какая была команда, неважно, какая зашла команда, в момент смены управления есть определенный лаг по времени, когда новая команда успеет перехватить систему управления. В этот лаг по времени он иногда бывает до нескольких месяцев. Но как минимум это недели, это минимум, а так вообще-то месяцы. Команда новая в управлении, если полностью заходит, она несколько месяцев будет притираться друг к другу. А это значит, система управления в армии ну, не разрушается, но, по крайней мере, нивелируется. И в это время проводятся серьезные операции. Вот операция по Авдеевке, она и была, скорее всего, такой комплексной, включая и необходимость снести команду управления. Вот они добились в конце концов своего, то есть потери управления на определенное время, а без этого никак. Но команда ушла, новая зашла, они быстро не перехватят управление, не получается так. То есть недели, месяцы на это проходят. И вот россияне проводят операцию. Операция реально была проведена перед выборами Путина. Естественно, это все в рамках общей операции по захвату нашей территории. Ну, по крайней мере, вот на это время так это точно. Пане Романе, і по допомозі Україні. Rheinmetall – корпорація, яка активно працює в Україні, яка
будуватиме заводи для того, аби ремонтувати техніку, аби виготовляти бронетранспортери. Вони заявляли, коли про це говорили, що готові виготовляти 400 бронетранспортерів на рік. Зараз підписали угоду з Україною, українською стороною. Rheinmetall буде 51% належати, Україні 49% цього підприємства для виготовлення, власне, снарядів. І представники Rheinmetall кажуть наступне, що в рік вони виготовлятимуть снарядів з шестизначними числами. Ну, як мінімум від 100 тисяч і далі. Ну, така номінальна цифра 200 тисяч по году, 200 тисяч снарядів в год. Ну, с этого можно стартовать, а дальше развивать эту тему. Понятно, что основной выгодополучатель будет, естественно, Rheinmetall, 51% от корпоративного управления, это значит, система управления будет Rheinmetall. Но на данный момент это может быть и хорошо. Мы свои 49% прибыли от этого получим, это ж можно сразу надо смотреть и на будущее. То есть как минимум еще несколько лет, а то и десятков лет снаряды, и тем более вот эти 155-е будут востребованы в мире. Дефицит снарядов, выметенный нашим противостоянием с Россией, он где-то будет восстанавливаться несколько лет, не меньше, потому что здесь еще такая финансовая компонента, которая, в принципе, которую сейчас увидели европейские производители, и, в принципе, можно по такой теме, вот по такой схеме предлагать всем остальным европейским, но только важно, европейским производителям вооружений для того, чтобы производить и для наших нужд, ну и потом на продажу, зарабатывая достаточное количество финансов. И это очень хорошее капиталовложение, особенно фирм типа Rheinmetall. За Rheinmetall стоит BlackRock, уже говорили, у них около 10 триллионов ценных, вернее, эквивалент 10 триллионам долларов ценных бумаг в управлении. То есть там финансирование есть, и в принципе они могут финансировать что угодно, вкладывая эти финансовые инструменты в разработку и дальше производство, получая в будущем определенные от этого дивиденды. Нам это точно выгодно. То есть, а тем более с лейблой, вернее, с Made in Ukraine на каждом снаряде, это будет разбегаться, как пирожки горячие по всему миру. То есть здесь есть такой положительный момент, его надо точно учитывать и его предлагать нашим дипломатам, всем фирмам европейским, которые могут производить оружие на нашей территории в том числе. От, власне, про наших союзників далі, пане Романе. От ми згадували про те, що Європа повинна подвоїти свою потуги виготовлення зброї допомоги Україні в разі, якщо США далі буде не голосувати допомогу. Ну і от прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сказала наступне. Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання. Це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні. Тобто Данія віддає всю свою артилерію Україні. Правильний підхід. А зачем вона їм треба? До датской территории фронт никогда не докатится, ну, просто никогда. И им артиллерия абсолютно не нужна. Большинству стран артиллерии не надо. Вот все, что западнее Польши, эти страны могли бы всю свою артиллерию нам передать. И артиллерию, и снаряды в том числе. Почему? Потому что любые боевые действия, если даже не начнутся там через определенное время, россияне, если и нападут, но на Данию-то не нападут, они могут там на Данию напасть авиационным, ракетным или морским путем, но никак не артиллерии. То есть им смысла нет ее вообще у себя держать. И так же самое, еще раз повторюсь, больше половины стран Европы она просто не нужна. Вместе со снарядами и они им не нужны. То есть это могли бы передать. То же самое касается некоторых средств противовоздушной обороны. Ну зачем армейские, допустим, зенитно-ракетные комплексы с дальностью там, до 20 километров где-нибудь в Испании. Кстати, как раз Испания нам-то и передает ПВО свое, причем довольно-таки так, серьезными партиями, понимая это, что оно им в принципе не надо. Это одно дело страны Балтии, Финляндия, там, Польша, Венгрия. Ну, Венгрия хитро сделанная, им вообще ничего не надо, на них никто не нападет, я так понимаю. Только из-за того, что просто никому не нужны.
И Румыния там, допустим, это понятно, Молдова вдоль границы с Россией на глубину где-то в 1000 километров, а дальше это просто не нужно, потому давным-давно уже могли это сделать. И с этим, ну, опять же, над этим надо работать. Вот датчане правильное действие показали, по крайней мере, опять же, надо этот пример распространять и работать дипломатом. Сейчас основная работа как раз дипломатического нашего корпуса должна быть с Европой. Действительно, Кильский университет просчитал все вдоль и в поперек, он довольно-таки серьезно подходит к этим расчетам. Всего лишь в два раза увеличить помощь финансовую и военную Европе нам будет достаточно для уничтожения российской армии. Ну, понятно, не в краткосрочной, а хотя бы в двухлетней перспективе это будет достаточно. Опять же, разные страны по-разному подходят. Если страны Балтии нам несколько процентов своего ВВП отдают в качестве военной помощи и финансовой, то некоторые страны Европы, которые, в принципе, тоже немало чего передают, но, допустим, к процентам ВВП та же Франция 0,07%, так, в соотношении со странами Балтии, ну, немножко, мягко скажем, немножко меньше. Опять же, работа дипломатии, ее надо пересматривать, не справляются послы, менять, включать механизм военных атташе. То есть это целый процесс. Дипломата туда отправлять, чтобы штаны не протирали в Верховной Раде, придумывая, как из Украины концлагерь сделать, а работали как раз на победу. То есть выбивали или там пытались продвинуть наши потребности в самой Европе. Пане Романе, і дуже важлива інформація від Нідерландів, країні, яка одна з перших зголосилася надати Україні винищувачі F-16. Їхній прем'єр-міністр Марк Рютте сказав наступне, що все йде за планом, і Нідерланди передадуть Україні не менше 24 винищувачів, а може і більше. Тобто Нідерланди можуть і більше передати Україні. У Нидерланд до полусотни есть, то есть там довольно-таки серьезный парк машин. И после пересмотра, это, кстати, натовцы должны пересмотреть некоторые механизмы закрытия воздушного пространства Нидерланд. Если оно будет закрыто, перекрыто, уже Министерство обороны Нидерланд поймет, что им, в принципе, вообще F-16 не нужны. Они вообще могут все F-16 нам передать. Ну, то есть там есть в рамках закрытия неба, там можно некоторым странам вообще не иметь своей авиации, она просто не нужна, если она перекрывается, допустим, с помощью авиационных компонентов рядом находящихся государств. Потому вариант такой возможен, тем более они пересаживаются на F-35. Сейчас вся Европа пересаживается на F-35, это уже самолет космос, можно так сказать. Россияне никогда, наверное, в этой жизни до таких технологий просто не дойдут. Потому оптимальный вариант как раз всей Европе от F-16 отказаться в нашу пользу, там пересаживаться на F-35. Ну а дальше мы уже разберемся с этими F-16. Нам их будет достаточно. Також на панелі в Мюнхені виступав наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пане Романе, і він сказав наступне, що він знає, де знайти гроші в Європі для України. Тому що, каже, якби європейські чиновники думали не про те, що Росія просувається на території України, а просувається ближче до їхніх домівок і до їхніх, власне, садиб, то вони би знайшли гроші підтримки. І також пан Роман Кулеба сказав, що не можна використовувати боєприпаси калібру 155 мм, якщо вони вироблені не в тій же країні, де зброя, з якою ними стріляють. Наскільки це справді так є, тому що я гадав, що вона вся уніфікована, і саме в тому перевага 155-го калібру. Це біда якраз натовська, вони от тільки зараз її зрозуміли. Вона, вроді, як калібр та уніфікована, цифра калібра, але вес снаряду, некоторые, особенно таблицы стрельбы, так и есть. Вот, ну, это не Кулеба, это все уже прекрасно это знают, что снаряды вырабатываются по калибру, то по 155-му, ну, практически под каждое орудие в каждой стране. И у нас это пересортится довольно-таки серьезно. Иногда в погребках лежит 155-й калибр, а их отстреливать нельзя, так как орудие другой страны производства. Некоторые подходят, но большинство не подходит. Потому вот сейчас будут, кстати, сами
страны НАТО это будут унифицировать, если это вообще им нужно будет. Еще раз повторюсь, артиллерия в современной войне, она только в нашей с Россией войне определенную роль играет. Но вот сколько было использовано артиллерийских снарядов в борьбе против йеменских хуситов? Сколько? Нисколько. А почему ваша работает авиация, работают ракеты и авиабомбы, и все? То есть это уже прошедший век. Артиллерия – это прошедший век. Она уже практически не нужна. Особенно они сейчас, даже сейчас, на данный момент, артиллерия выполняет задачу только в контрбатарейной борьбе. Артиллеристы против артиллеристов носятся там по линии фронта, друг друга пуляют. А толку от нее, по большому счету, для наземных частей в основном никакого. А вот это минометы, да, вопросов нет. То есть 82-й, 120-й миномет для работы по пехоте есть. А вот артиллеристы, со всем к ним уважением, но у них сейчас уже чуть другая задача, то есть они артиллерия против артиллерии работают. Если выйдет авиация, накроет она всех, и наземные части, и артиллерию, и так далее, и тому подобное. Я уже рассказывал, что такое авиационная компонента. Одна эскадрилья, один самолетовылет дает по боевой нагрузке столько же, сколько весь фронт, вся артиллерия вместе взятая в течение суток. Потому соотношение тут не в пользу артиллерии, и будем... Наверное, в следующих войнах уже артиллеристам говорить большое спасибо, но авиация, наверное, будет брать на себя основную роль. Плюс беспилотные системы, тяжелые беспилотники без летчика, то есть практически самолет без летчика, может быть, с искусственным интеллектом, он возьмет намного больше на себя ответственности, вернее, боевой нагрузки, чем любая артиллерийская система, даже вся артиллерия всего фронта. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю глядачам, сьогодні 18 лютого, неділя. Обов'язково підписуємось, коментуємо і ділимось, ставимо лайки, ділимось нашою розмовою, тому що ми кожного дня маємо знати, що відбувається на лінії бойового зіткнення і як наші оборонці звільняють територію від окупанта. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24-го каналу.